Конец рабочего дня. В обычном многолюдном торговом центре пусто. По тревоге всех посетителей персонал оперативно эвакуировали. Правда, тревога учебная. Комиссия во главе с вице-губернатором и представителем МЧС проверяет действия пожарных при возможных ЧП. Особое внимание состоянию путей эвакуации, наличию подъездных путей, пожарно-спасательной техники и мест для установки подъемных механизмов. Несмотря на неспланированность этой акции, в целом действия персонала были достаточно высококвалифицированы. Сегодня мы увидели в Моремоле, что системы этого торгового центра готовы. В действиях персонала есть определенные шероховатости, но я думаю, что у персонала объекта есть еще время, по крайней мере до завтра, для того, чтобы еще раз подкорректировать эту работу. В целом проверка прошла на хорошем и удовлетворительном, скажем так, уровне. Отдельно проверяющие обратили внимание на систему эвакуации в кинозалах кинотеатра «Люксор». Препятствий для экстренного выхода из замкнутых помещений быть не должно, а пути для эвакуации должны быть понятны, ведь во время ЧС читать схемы никто не будет. Представители торгового центра все замечания от надзорных органов взяли, что называется, на карандаш. Был выявлен ряд рекомендаций для повышение эффективности нашей работы. Мы это, естественно, учтем и будем руководствоваться в дальнейшей работе. Несмотря на то, что из-за учебной тревоги посетителям торгового центра и сотрудникам пришлось поменять планы, все отнеслись к процессу с пониманием и максимально серьезно. Повторение кемеровской трагедии допустить нельзя. После вчерашней трагедии я вчера сюда побоялась приехать. А сегодня попала как раз в момент эвакуации. Как это все быстро прошло. Люди не бежали, не паники. Буквально, по-моему, за 10-15 минут. Научимся на ошибках. Теперь люди же понимают, для чего это. Не буду видеть, что это мы отвлекаемся. А посмотрел по народу, все понимают, с пониманием, как бы я за, только за. Если бы вот такие плановые эвакуации и учения проводились ежемесячно хотя бы, то Кемерово бы точно не случилось, это однозначно. Такого же мнения придерживаются и проверяющие учиться собственной безопасности. Требовать обеспечения безопасности от собственников торговых центров нужно постоянно. Эта проверка лишь начало большой работы в Сочи и по всему краю. В течение недели все крупные торговые развлекательные центры будут проведены, везде будут проведены учебные тренировки по пожарной безопасности с эвакуацией людей. И по действиям персонала, оперативных групп по реагированию в таких нештатных чрезвычайных ситуациях. Что касается Моремола, сюда комиссия придет еще раз. Уже в апреле здесь проведут масштабную проверку государственные пожарные инспекторы, в ходе которой проверят, все ли предписания устранены. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ».